Добрый день, дорогие друзья! Компания RISPROPERTY рада приветствовать вас в солнечной Турции. Меня зовут Полина, я ведущая видеоканала компании RISPROPERTY. Сегодня мы с вами приехали в район Оба. Здесь я хочу познакомить вас с шикарными апартаментами планировкой 3+1, которые располагаются в новом современном комплексе. Комплекс, в свою очередь, имеет невероятно удачное месторасположение, особенно если вы задумали переезд в Турцию на постоянное место жительства. Так, например, буквально под боком у вас всегда будет гипермаркет «Метро». В 2 минутах ходьбы – новая государственная больница. Также всегда под боком будут все возможные пекарни, супермаркеты, остановки общественного транспорта, а дорога до моря составит не более 15 минут приятной прогулки. Но прямо сейчас я предлагаю вам приступить к просмотру апартаментов. Итак, сейчас мы с вами находимся в прихожей наших апартаментов, и уже с прихожей можно судить об огромных размерах данной квартиры. Итак, здесь в прихожей у нас по левую руку от меня имеется достаточно много места для установки каких-то шкафов при желании. Кроме того, хочу отдельно отметить, что здесь очень высокие потолки, что также расширяет визуальное пространство. Итак, здесь по правую руку от меня располагается первая спальная комната. Далее также справа от меня хозяйская спальная комната с индивидуальным санузлом. Слева от меня гостевой санузел. Идем с вами далее. По левую руку от меня располагается просторная кладовая комната. Также прямо передо мной или же по левую руку от меня располагается третья спальная комната. Ну а здесь у нас с вами находится очень просторная светлая гостиная с панорамным видом на крепость историческую. И здесь хочу продемонстрировать вам, что вот таким замечательным и интересным необычным образом у нас отделена кухонная зона. И прямо сейчас я предлагаю вам проследовать и посмотреть кухню. Итак, отдельная кухонная зона, достаточно просторная зона. Здесь у нас также с вами уже установлена корпусная мебель высокого качества. И кроме этого отмечу также, что уже подготовлены все необходимые ниши для установки бытовой техники. И, конечно же, в кухонной зоне имеется большое окно с потрясающим умиротворяющим видом на горы. Сейчас мы с вами посмотрим хозяйскую спальную комнату. Слева от меня располагается как раз-таки индивидуальная ванная комната с душевой кабиной. Ну а здесь уже непосредственно сама спальная зона. Также отдельно хочу отметить, что во всех комнатах у нас установлены большие окна во всю стену, которые не только визуально расширяют пространство, но также и дополняют квартиру естественным освещением. И ко всему прочему хочу отметить, что во всех спальных комнатах, также в гостиной, на полу у нас постелен ламинат, а в кухонной зоне и в прихожей лежит плитка. Более подробную информацию вы, как всегда, найдете на нашем сайте www.rispropertys.ru.
ссылка на этот объект появится прямо под видео. Я надеюсь, что данный видеообзор был вам полезен и интересен. Также напоминаю, не забывайте подписываться на наш канал, если вы еще не подписались, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы всегда первыми получать уведомления о наших новых видео.